таких вот грибочков полно, конечно, серно-желтых опят, но мы их не берем. Мы охотимся принципиально за медовыми. У нас сегодня очень много, смотрите. Это еще не все, там еще у нас пара людей. У нас сегодня такой дождливый денечек, и мы выбрались по грибы. А конкретно мы сегодня ищем осенние опята. Наши самые главные трофеи на сегодня будут медовый сорт, сорт осенних опят. Посмотрим сегодня, что нам встретится в лесу. Достаточно темно сегодня, потому что пасмурно. Очень-очень много разных грибов попадается, прям изобилие. Так что посмотрим. Какие они классные. Вот почему я их люблю, то что они кустиком. Вот они какие красивые. Дождь у нас идет. А, и такие вот медовые. Вот они, да. Это же те же самые, как мы насобирали. Но это разные сорты. Это толстоногие, а это уже осенний медовый опеночек пошел. Вот такая красота нам попалась. Супер. А вот и мой ствол, который прождал неделю меня. Смотрите, какие тут лопатуси появились махонькие. Как раз мне на баночку, такие красивенькие. Видите, вот сейчас соотношение покажу. Руки и грибов. Вот прям самое-самое то. Ну что, начало положено. Вот они, смотрите, какие они красивые. Шучат, вот еще конечно. Рядышком с этим деревом. Ой. Вот кустик. Угу. Какие замечательные. Смотрите. Да, вот их не видно. Вы между их нужно между корней смотреть. Вот тут у нас лещина растет. Да, вот две кучки. Вот даже вот три получается. Вот с червячком. А ну-ка, иди отсюда. Фу-фу-фу. Червячок. Так. Вот. Так, сейчас достану, покажу. Дождь так пошел прям. Рассыпается. Достаю. Вот они. Посмотрите, какая прелесть. Вот они, какие красивые черноголовики. Крапива жжет меня. Ай, боже. Мы сегодня тихо-тихо, чтобы не распугать грибочки. Ну вот. Какая прелесть сегодня. Прям вообще. Прям я счастлива. Да. В молоднячке прям класс. Их много попадается. Так что мы попали на самое начало волны осенних опяточек. Класс. Смотрите, какие Викулька нашла у нас. И они прям в траве, прям в папоротнике. Молодничок. Ой, кто-то наступил на них. Ты посмотри. Классные. Вот этот замечательный. Самое то. Размерчик самое то, да. Ой, красота. Поэтому говорю, прям в траве аккуратно. Надо смотреть, надо идти и смотреть. А еще темно, дождик же идет. Здесь вообще хоть глаз выколи. Я ничего не вижу, очень-очень мало вижу я в траве. Что? Кто меня зовет? Но каждый уже нашел свой гриб, заметьте. Уже все с находками. Уже кому-то что-то допопалось. То есть повезло сегодня, в принципе, всем уже. Поэтому ищем. Очень много разных грибов. Очень. Сегодня прям великолепный ассортимент. А главное, что опята самое то. Мы приехали сегодня невероятно вовремя. Вот смотрите, если сейчас будет видно вам, я сейчас покажу. Вот они. Смотрите. Дали, какая кучечка замечательная. А я сегодня без корзинки. Но это так всегда. Когда я без корзины, я всегда нахожу много грибов. Еще здесь я видела, посмотрите. Вот они. Сейчас. Ах, рассыпаются. Вот они, какие малыши. Но это еще не все. Вот они. Обратите внимание, что здесь еще грибы попались мне. Вот они, видите? Вот они, черноголовые. Сейчас обойду с той стороны, посмотрю. Вот малышня. Так, тут, по-моему, кто-то бывал. А может, даже и я недельку назад здесь бывала.
И на этом месте выросли еще грибы. Положу пока вот сюда. Вот эти заберем сейчас. Да, тут срезы. Вот смотрите, ребята, пята растут локально на тех же местах, где вы собирали предыдущий вид опенка. Вот их сколько. Надо срочно искать пакет, потому что все грибы я складываю Вике. А вот Вика, 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 иди сюда. Вика. Вика, иди ко мне. Вот они. Какие замечательные. Смотрите, какие они толстоногие. Мне повезло. Смотри, какой я пень нашла рядом вместе с этими опятами. Вот они. Посмотри. Вот, 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 посмотри. Ой, какая. Да, вот еще, посмотри, прелесть, какие. Обалдеть. Да. Они тут пристроились. Пристроились, этот пень я помню, да. Вот да. Видишь, он прям в перемешку с этими грибами растет. Аккуратнее, да. Надо, чтобы их не перепутать ни с кем. Вот. Ни с чем, вот они. Да, да, да. И мелкие, давай их прям сюда все. Какая прелесть. Так, ну ты срезай вот эти вот. Угу. А я пойду искать дальше. Давай. Покажу нашим зрителям еще красоты. Ой, вот, вот, вот. Все, забираю. Вот те, вот я еще срезала. Угу. Забирай. И вот смотрите, как они прячутся. Вот там были темные, а здесь уже вот такие светлые. Видите? Черноголовики. Да, это тоже опята. И опять же с червячком. Мы его не возьмем. Вот они, красавцы какие. Вот в корзиночке нашей прибывает. Замечательно. Классные, да. Вот это вот они. Угу. Сейчас включу вспышку, может будет видно. Это опята, да? Это опята, да. Именуемые черноголовиками. Ох. А вот тоже вот они. Он прям плотненький. Да, хороший осенний. С юбочкой. Ну вот нас, ребята, не знают, что это за грибы. Да, да. Ну, конечно, опята. Вот они. А зачем сбивать? Они же такие классные. Вот они, черноголовики. Забирай все. Это хорошие опята. Вообще. Покажи, покажи. Срывай, кучку показывай. Аккуратненько. Да. И они, видите, в зарослях. Не везде. То есть чисто вот местами и в зарослях. В основном, да, сейчас лещина – это их любимое место. Вот какой красавец. Вообще. Толстоногие такие прям. 2 минуты назад прошла, ничего здесь не было. Знаете, иду обратно вот в этой дорогой. И вот, их прям трудно заметить, посмотрите. Вот черноголовики, вот под листвой спрятались. Вот они. И вот, представляете? Вот, а шла, не видела этого. Обратно развернулась, вот они, пожалуйста. Какая прелесть, какие толстоногие. За деревом в листве, смотрите. Вот еще кустик. Смотрите. Ха, класс. Сейчас вот нашла я себе пакетик, буду сейчас пакетик складывать. Ой, ребят, смотрите, мы просто приехали вовремя сегодня. Нас не испугал сегодня дождь. Самая грибная наша погода. Дождь. В дождь мало грибников ходит. Смотрите. Ай, вот я обожаю, когда они вот в таком состоянии. Брать их настолько приятно. Смотрите, бомбические. Просто бомбические грибы. Давайте попробовать достать. Там что-то ребята режут, режут. Сегодня всем повезло. Просто бомба. Просто нужно присмотреться внимательно. Видите, их очень плохо видно. Очень. А вот еще. Да. Вот, если бы не ковырнула, вот, пожалуйста, тоже под стволом. Вот они. Если бы не расковыряла травку, пожалуйста. Нашли говорушку дымчатую. Вот она, красавица. Осенний наш грибочек. Сорвать. Да, грибы. Можно брать, конечно, она хорошая. Вот, получается, и маленькие есть. Ой, как пахнет грибом. Пахнет она немножко даже цветами пахнет, мне кажется. У нее такой вот
анисовый аромат. И ножка такая толстенькая. Пять штучек получилось, да, всего? Ну да. Ну, вот они красавицы, да. Надо сфоткать. Так, вот еще, наверное, наступила. Наступила, вот такие хожу. Вот, вот, вот. Еще. Забирай. Сфотографировал? Да. Ну что, азарт проснулся у всех? Да. Нашли что? Нашли. Нашли. Вот здесь на дереве, а потом здесь на лужайке. Ой, мне тут глубоко, я к вам не пойду. Ой, я нашла, глянь. И я нашла, и я нашла тоже. Пришлось идти сюда. Говорю, не пойду, а вот они. Вот они. Вот они. И я нашла тоже внизу. Такие вот замечательные. Тут вот вместе с ложными. Вот притоптал кто-то ногой. Да что же они? Вот они. С кустиком прям срезаны. Видимо, кто-то срезал. А вот еще. Ну, посмотрите, вот как можно вот так прятаться от нас. Как вот можно? Да, они прячутся, они очень хитренькие. А мы их нашли, потому что мы потихонечку ходим и кричим. Потому что у грибов есть свойство передавать друг другу сигналы по грибнице. Идет грибник, орет. Они начинают друг другу посылать сигнал. Прячьтесь, грибник идет. Или что-нибудь такое. Вот так вот. Да. Красивый, да, мох. И вот сейчас мы будем понад ручьем идти тоже искать здесь. Много их здесь, много. Они прячутся от нас. Потому что еще не массово, не коврами. Какая замечательная корзинка у Лили. Такие они классные, молоденькие. Хорошенькие. Тебя. Сейчас. Красивый какой. Ой, красивые, все красивые, все хорошенькие. Надо еще. Корзинки прибавляются. Вау. Девочки, как ваши дела? Чудесно. Пойдем посмотрим, как у них там успехи. Ну что, как успехи? Не набрала я желтых. Я сказала, не надо, это поганки на дереве. Как там ведерки? Прибавилось еще, нет? А я Игорь вот нашел. А. Вот. Ну, тоже неплохо. А где Виктория наша? Вика! Потихоньку. Где-то там. Птичка как заливается. Косите тут, косите, да? Есть? По чуть-чуть, да? Тут хорошо, тут низинка, тут мокренько. И у всех уже по чуть-чуть прибавляется. Это очень радует. Изобилие сегодня просто. Вот таких вот грибочков, которые пережили дождик ночной. Кто-то пережил, кто-то нет. Ну, а мы ищем, пока ищем. Дождь притих, так хорошо сразу. Воздух разряженный, такой свежий в лесу. Ходить прям одно удовольствие. Мне кажется, я что-то нашла. Да, да. Я тоже нашла малышей. Смотрите. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Ну что, вместе... Серно-желтыми лезут. Видите? Вот эти все кнопочки черноголовые. Это все мое. И тут же еще в кустах. Вот, смотрите, в листве. Если б не села, не разглядела. Во, какие классные. Что там? О, какая семейка. Чинная. Чинно. Замечательно. Так, помечу сейчас свой пенечек. Чтобы его не забыть. А, вот это? Ну да, он это там мелкие, малышей я возьму таких. И еще будем искать, смотреть. Они такие вообще незаметные. Особенно в корнях. В корнях им прям нравится. Здесь лещина как раз. Любимое дерево их.
Так что смотрим в оба. Так, тихо-тихо, чтобы не напугать. Ой, какой классный, смотрите, зонт я нашла. Вот он, зонтик. Вот у нас, смотрите, наша первая бледная смерть на сегодня. Вот она из яйца полезла. Мы ее разломали случайно. Проверяли, полезла. Что это. Полезла бледная поганка. А вот такие вот еще попались грибочки. Смотрите, какие оригинальные. Вообще, ну, как цветы. Красивые. А еще Вика нашла у нас вот такой вот бомбический куст. Просто бомбичный. Ну, конечно, они староватые, но это те самые медовые опята, классные. На них уже вон мошки летают. Да, супер. Ну все, ищем дальше. Это тоже опятки, да. Вот опятки, вот попались тоже. Молодец. Забирай. Только давай эти уберем с листья. Классные. Вот эта кучка классная. А ты прям так захватывай кучку. Загребай. Не бойся, двумя руками ее захвати и все. Нет, я так и сама. Ты же сам кайф их выдрать. О, да. О, какие толстоногие. О, красота. Все, это любовь. Ой, вот это я и хотела. Красота. Ой. Класс. Сколько нас прошло? Вообще. Я их заметила. Это первые мои грибы, которые с ней заметила. Все, Игорь находил, и Кристина. Класс. Все. Опять пошел у нас дождь, а мы охотимся на зонтики. Смотрите, какие два штучки я уже нашла. И девчонки тоже уже нашли зонтики. Ай, замечательно как. Вот и зонтики у нас начались. Держи. Вот. Держи зонтик. Берешь? Да, да, беру. Держи. Классно. Для меня это радость уже. Да. О, красота. Ищем, ищем, ищем. Зонтики и опята. Классный, да, грибок нашли. Печеночный гриб. И такой сочный, хороший. Классный. Видите, какую обалденную мы нашли чешуйчатку. Свежая, сочная. Вот я ее заберу, я ее беру, я ее люблю. Вот классная. А дождь идет, нас выгоняет из леса. У нас уже четверо грибников отсеялось. Нас осталось трое, самые выносливые. Мы еще ходим ищем, потихонечку находим. То зонты, то печенка была еще. Опятки по чуть-чуть. Классно. Короче, чем закончилась история с опятами? Полил нереальный дождь. Мы, наверное, еще полтора часа собирали под дождем. Кое-что еще нашли. Мы нашли сегодня опят, зонтиков. Зонтиков много действительно было. Да. Мы нашли печенки печеночного гриба. Ну, не знаю, штуки 4, наверное, все-таки попалось. Потом что мы еще нашли? Чешуйчатку золотистую мы нашли. Вешенку мы нашли обычную и рожковидную. Что еще нам попалось сегодня такого необычного? Да. Ну, летники опята попались. Попались наши, естественно, осенние черноголовики. Ну, в принципе, наверное, и все, да? А, дымчатая говорушка, да, нам говорушка попалась, кстати. Да. Дымчатая, да. В принципе, ассортимент был и сегодня... синеножка. Синеножка одна, да, кстати, я нашла еще, да, в Буковом лесу почему-то мы обнаружили синеножку. Тоже классно. Так что, как видите, время час дня, но мы уезжаем домой, потому что ливень просто нереальный. Уловы нормальные, наши грибники все уже рассеялись, каждый, в принципе, с корзиночкой, довольные уехали. Вот, ну и мы тоже, естественно, по корзинке взяли. Поэтому уловы не показываем, уловы все попрятали по пакетам уже все. Мы уже просто не вылезем из машины что-то показывать. Поэтому на сегодня будем с вами прощаться. Пока. Всем пока.